Добрый вечер, наши дорогие зрители. Это очередной выпуск «Забей ТВ». Сегодня у нас первый, в гостях... Первый. Спасибо. Как вас зовут? Представьтесь нашим... Меня зовут Александр. Я один из заслуженных наградных Украины в номинации РЭП. Александр, как вы могли услышать, один из заслуженных городов в номинации РЭП в Украине. Городов Донецка. Философский вопрос, что такое сиськи для вас? Для меня что такое сиськи? За сиськи то, что это куда приятно положить голову. Бывает так, что негде прилечь, негде поспать. Забей ТВ. И бывает, первый выпуск. И кладешь твою голову на сиськи и понимаешь, что это приятно. Как для меня, как для артиста, я привык спать на сиськах вообще. Я привык на сиськах и сплю. Я понял, а что вас радует в нашем уютном заведении в «Забей баре»? Сиськи. Мне всего радует в этом баре в том, что здесь обстановка дружеская, всегда здесь, всегда рады меня видеть. И вообще я очень рад тому, что это хотите, во-первых, привести сегодняшним нашим семитик оператор, пожалуйста, семитик конкретно экран. Сегодня Марио, танки, сегодня проходят игры. И это радует то, что можно вспомнить детство, то, что можно понять себя, как, каким ты был. Это вам не Assassin's Creed проходить на компьютере. Это Марио, тачки. И последнее, какое-то пожелание нашим зрителям. Вашим зрителям хочу пожелать. Смотрите в камеру. Для начала. Вот. А хочу пожелать что? Приходите, пожалуйста, за бар. Только лишь здесь вы сможете почувствовать себя в своей шкуре. Вот. Вы сходите детство, вы наконец сходите все. Короче, забей бар, это вообще-то живи душой, короче, отдыхай, все. Что могу еще сказать? Я пьяный, вообще. Хороший матч. Слышим демонический смех на заднем фоне, это значит, что очередная передача «Забей ТВ» начинается. Отъехал из Мариуполя. И как? Мариуполя? Мокрое море. Я понял. Вопрос такой, Максим. Во сколько лет ты потерял детство? Минимум. Почему-то у меня все слова на «М» начинаются, но это неплохо. Во сколько лет ты а я ее еще и не терял, друзья. Она, а у меня вопрос, сколько тебе сейчас? Ну, минимум. Дорогие друзья, поскольку они первый день забивали, я вижу, что Максим почти каждый день вводит сюда девок. Максим, не зря ты вообще все игры. Девочки, на самом деле, мне говорят, Максим, если мы с тобой, и у тебя есть деньги, мы с тобой танцуем. И все. Максим, я готов танцевать. Да это просто. А у меня сегодня мало денег. Поэтому я один. Поэтому я уйду в 11, чтобы успеть на троллейбус. Да, а может быть, досижу до конца, то есть до утра, и уеду на том же. Забей ТВ, второй выпуск. Да, спасибо, моя помощница Ольга. С голосом взрослого мужчины. Сейчас я соплю выковырю. Максим, беги, он хочет выковырить тебя. Прости. Ну, мало ты знаешь, что у Максима фамилия Сопля. Это снова «Забей ТВ». Мы продолжаем беседы с Максимом Соплёй. Максим, такой вопрос. Сколько денег, по вашему мнению, должен потратить человек на вещи, чтобы хорошенько отдохнуть, скажем, «Забей баню»? Здравствуйте, друзья. Максим Сопля. Я это где-то видел. Я понимаю весь сарказм этой сети. Тихо, у меня камера трусится. У нашего микрофон встроен в бритву, поэтому берем интервью и бреем Максима. А можно я еще?
Значит, отвечаю на ваш вопрос. Весочки посмотрите. Значит, отвечаю на ваш вопрос. А вы не представились, подождите. Да, я не представился. Какое же это упущение. Привет, Жанночка. Итак, начинается очередной выпуск Забей ТВ. Сегодня у нас в гостях Владимир. Владимир, сегодня день рождения. Ему исполняется 22 года. Так сказать, Владимир проскочил очко. Как дела? Дела отлично, все здорово, отлично, все супер. Владимир, а почему вы выбрали именно Забей Бар как место проведения этого праздника? Ну, Валерич, дело в том, что у меня тут есть знакомые ребята. Они говорят, у нас тут так хорошо, я такой типа говорю, ну ладно, ну вот тут я. Тут я. А какие планы на сегодняшний вечер? Тема игры «Незнаночки секреты». В принципе, и все. Скоро приедет парень Владимира, и вот так вот он будет выглядеть. А вопрос такой, стандартный, во сколько лет вы потеряли девственность? Стандартный? Ну, я был еще маленький. Опускопать акушерки, да, извиняюсь, это... Ну, вообще, я, короче, ну, хитрил. Я в детском садике не струшивал. И ко мне подходила воспитательница и говорила, надо вот так вот делать. В общем, я светлее уже насыпаю. Я понял, вы когда-нибудь привлекались к уголовной ответственности? Если да, то за что? Ну, массовые беспорядки, города, как Полтава, Запорожье, Луцк. И два раза в Запорожье, да. Мы гасили мусоров под стариком. Скажите, почему? Ну и в конце пожелайте что-то нашим зрителям. А кто у нас? А какая наша целевая аудитория, Иван? В основном я и оператор наш Оксан. И иногда некоторые проходящие мимо люди. Это, предохраняйтесь, тубик дело такое, непредсказуемое. Ну, а если не любите, то вы рисковые парни, хочу сказать. Спасибо, это был Владимир Забей Бар, Забей ТВ.